«Цюрая сила» — это второй мой персональный проект, который проходит в галерее «Украдкое». Это он представляет собой мое персональное исследование на те темы, которые мне интересны. Я бы не хотела давать никаких объяснений или ключей к работам и самой выставке. Это была принципиальной позицией. Чем мне кажется, эта выставка очень интересная, что Жанна Гладко в ней использует очень много, как это говорят, да, в сфере современного искусства, медиа или художественных средств. Мы здесь видим и печать на металле, и видео, и фотографию, инсталляции, аудио. И мне кажется, что это очень важно, поскольку, обращаясь к таким сложным феноменам нашей жизни, да, как быть субъектом, да, как быть человеком, как быть женщиной-художницей, это можно сделать через использование вот этих разных медиа, переводя их друг друга, различные художественные средства. И вот этот вот перевод и использование этих разных средств позволяют показать многомерность самого феномена, да, многомерность художественных практик современных. И вот это вот то, чего не хватает в белорусском пространстве, вот это использование самых разных практик, их совмещение, да, и вот это хороший пример того, как можно работать и со средствами современного искусства, и поднимать значимые темы.